Отель «Мариголд» уже 8 месяцев работает весьма успешно. Люди приезжают, уезжают, но с первых дней здесь живет группа постоянных клиентов. И Саня каждое утро устраивает перекличку. Крайне важная мера предосторожности. Надо убедиться, что за ночь никто не умер. Миссис Ивлин Гринслейт! Здесь! Дуглас Эйнсли! Да, я тут! Миссис Мэтч Харткасл! Здесь! Норман Казинс и миссис Кэрол Парр! Мы здесь! Миссис Мюррил Доннелли! Не дождетесь! Дамы и господа, это великий Гай Чемберс! Ой, мамочки, держите меня крепче! Вы первый раз в Индии? Да, но я всегда мечтал о ней. Вы больше ни о чем не мечтаете? Вам надо жениться на ней. Этого я и хочу. Порой мне кажется, что разница между тем, чего мы хотим, и тем, чего мы боимся, невероятно мала. Извините, вы это мне рассказываете? Зачем мне вам что-то рассказывать? Потому что я старше и мудрее. Старше на 19 дней. А Са за это время проживает целую жизнь. Отель «Мэриголд». Заселение продолжается. Я не устояла перед соблазном вернуться и посмотреть на старые развалины. А еще узнать, как дела у отеля.